В лесу, можно сказать, да, но не так далеко от нас цивилизация. Мы живем здесь с семьей в доме вместе с муж, я и наших семеро детей. Это наше традиционное хозяйство, и это, я так говорю, это наш стиль жизни. Мы вот живем нашими собаками. И переворачивать. То есть вот это должно быть на груди, видите, да? И потом очень легко, главное лапы, чтобы не вывернуть лапку. Некоторые собаки активны, нужно в локте вот так согнуть, да, взять. Ну, она уже умная, она поэтому сама, можно сказать, подает. Есть такие собаки молодые, которые вот такие все. Спустили. Лапку обязательно в локте вот так вот согнули. Раз. Два. Все. Сзади постромок карабин. Ну и спереди мы называем поводок шейник. Все, и собака вот так вот бежит дальше. Попросим наших собак спеть песню приветствия для вас. Они у нас музыкальные собаки, помимо того, что спортивные. Thank you.
по управлению большими упряжками. Это не то, что было вчера. Здесь нельзя такой драйв, нельзя гонковать. Вы должны первое, что когда мы стартуем сейчас с машины, они свежие, и они хотят быстро бежать. Если они будут быстро бежать, у них может случиться проблема. Либо где-то сустав вылетит, либо лапу надломят, еще потянут. Поэтому мы всегда выходим, притормаживая, гасим скорость. И выходим, особенно здесь сейчас будут повороты резкие, чтобы вам не упасть. Выходим на тормоза. Лучше погасить скорость собак, да? Но потом уже на прямой можете то сети и притормаживать, чтобы скорость была небольшой. No, kto jedzie pierwszymi sankami, to musi pilnować prędkości i na początku jedziemy albo na hamulcu i na tym, albo tylko na tym, tak? То есть вот это мероприятие, которое сейчас проходит здесь, оно проходит на уровне, как большая гонка у нас в Беринге. Именно вся подготовка сейчас, которая вот здесь, это как большая гонка. Понимаете, это очень достаточно серьезно. Это не просто получились сейчас как бы какие-то покатушки на собачках. Но почему? Потому что мы на вас возлагаем полную ответственность за вот эти команды, то есть собачьи команды. То есть ответственность вся лежит полностью на вас. Почему? Потому что мы будем только наблюдать за вами со стороны. И если будет какой-то форс-мажор, тогда мы придем на помощь. Ha ha ha!
Wczoraj było wyjątkowo fajnie i wyjątkowo dobrze. Ruszyliśmy schroniska, wstaliśmy rano, zjedliśmy jakieś tam szybko śniadanie, a następnie zgrupowaliśmy się w 7 zespołów po dwie sanie i każde sanie były ciągnięte przez 8 psów. Następnie zjechaliśmy w dół, to była trasa około 4-5 godzin. Na początku dość szybko psy posuwały się bardzo sprawnie i szybko. Ponieważ jechaliśmy też z górki, więc były takie dość ciekawe warunki i prawie ekstremalne sytuacje. Kilka osób się wywróciło, jak to tradycyjnie, ale był wyjątkowy fan. I dojechaliśmy tutaj w miejsce, gdzie spędziliśmy noc, gdzie jest małe jezioro, rozumiem, którego nie widać. Jest zamrożone, gdzie jest masa śniegu. Tutaj już mamy 4 namioty. Przygotowane miejsce, gdzie mogliśmy spokojnie sobie zjeść i odpocząć chwilę. Now